Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Пингвинус, Сайбер, Васаби, Секрет, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем хай, ребят. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта FNAF 2 и новейшая серия по режиму аниматроники пугают охранника. У нас сегодня 5 охранников и один злой аниматроник. Буду играть за аниматроника и наказывать пацанов максимально мощно. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Я тебе говорил, не едь протухшие батарейки смыть. Отлично. Драдраган, я знал, что я тебя накажу. Спустя сколько? Месяц, да. Отлично, отлично. Буду пока мисс видимо, а уже дальше туда я буду брать невидимость. Так, в маске? В маске. Ой, я вижу. Будем наблюдать внимательно. Так, в маске. Рик так прикольно в маске смотрится. Кто это? Где эта жопа? Я всего лишь... Да, смотри, прицел, корректируем себе. Вот так, правее, чтобы я прям хорошо все видел. Я всего лишь второй аниматроник в этой пиццерии. Как же в этой маске душно. Ребята, помогите, он еле... Пацаны, как... Меня не можешь найти, да? Даже... А, в маске. Блин, да как ты так успеваешь одевать? Ого, у него глаза злые. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, трендовое, которое попадает. Рекомендации всем. Дима, обернись. Да блин, откуда этот челепиздер? Так, кто мне по жопе дал? Это секрет. Меня маска забагала. Вы сегодня издеваться над лишь аниматрониками. Хорошо, хорошо. О, привет. Я знал, что я тебя найду. Я знал. Эх, пойдем сюда. Так, сейчас возьмем другого аниматроника. Побегу я в себе в офис. Я карася. От 1 до 10, как выглядит карась в маске? Всем сладко. О, волчара. Очень люблю волчару. Нет, это не тот волчара. Ты где же проемы застрянешь? Отлично, отлично. Ой, что это за звуки? Извините. Ребята, кто хочет с нами записывать классные ролики по Гаррис Мод и по разным играм, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Дима, если что, я пиццерию в аренду взял. Так кто это? Где ты? Да где это челепиздрик? Давайте поможем Драгону, как вам идея? Да вы задрали! Диман скилл, да? Отлично, отлично. Никто не останется в живых. Как дела? О, карась. Здоровый, да, я кабан, согласитесь? Да. Очень а большой. Я всего лишь, Фредди с халатиком. О, танцует, стоит. Такой, наверное, знаешь, что я могу сделать с тобой? Что? Попадись мне на глаза, ты тогда тебе плохо. О, камеру поменял. Вот это я здоровый, я просто гигантский. Я тоже. Ну что, ребята, сейчас я буду вас жестко пугать. Давай, Дима, беги. Как я умер? А вот не можешь, а вот не можешь. Ты что, решил пригвождателем? Вот так, значит, хорошо. Мы тогда возьмем сейчас маленького челепиздрика, а я буду бегать. Дима, на волка, посмотреть. На волка, если что, маски не работают. Сейчас какого-нибудь волка возьмет. Ай, пуштрапик. Челепиздрик. Отлично, не успел. Ты не успел одеть маску. Блин, ну ладно. Бывает. Закрывайте его со мной, давай быстрее. Да, закрывайте, закрывайте. Давайте его в каморке закроем, он там будет. Да вы чё, прикольно, прикольно. Да успокойся, Драгон, это ты что ли? Вот это кровавый понос. Отлично, отлично. Блин, настроение классно. Надеюсь, ребята, вы сейчас смотрите ролик, улыбаетесь и мгновенно ставите лайк. Так, теперь буду вас по очереди высмыкивать. Все, в данный момент маска не работает, только в коптерке прятаться. Блин. Да, потому что вы читеры. А где двери? Так, сейчас мы... Ты ее снес. Я ее съел? А, реально? Хорошо. Да, ты ее съел. Я же тебе говорил, не ешь протухшие батарейки. Хорошо, так, у нас есть сохранение. Лох. Сейчас мы вот так сделаем. Грузить. Отлично. Все, теперь я же двери жрать не буду.
Дима, ты где? А ты что, на меня охоту открыл? Уходи отсюда. Это я, это уже вас с вами присоединился. Да вы задрали, вы что такие злые? Я же должен вас пугать, а не вы меня. Вот ты сегодня наоборот. Без маски. Ох, блин, патроном меня откидывал. А, я застрял, я застрял. Да ёкало, мне какало. Да что такое? Да ну блин. Получил. Да вы задрали, это ж нечестно. Я его пригласил к двери. А я не знаю, надо с маской забирать. И он к двери. Маска не работает уже, отлично. Ну ты забрал у нас маски, и мы решили отомстить. Ну все, теперь я буду вас по очереди его всех мочить. Я стал очень злым. Следующий левел. Аниматроник стал намного злее. Я пойду в коптерку. То есть он будет в два раза быстрее, два раза сложнее от него будет спрятаться. Кстати, я могу другой режим включить? А нет, давай, не могу. Давай, давай, давай. Когда он зайдет. Да ё-моё, пригвоздился! Смотри только на меня. Вы задрали, ну смотрите, что они делают, они меня пригвождают. Да, сейчас пройдет, сейчас пройдет, сейчас пройдет. Я могу телепортироваться. Бежим! Не, не могу. Бежим! Тут бомб. Дарк Драгон, ты идешь? Мне кажется... О, подожгли, подожгли, мне нравится. Садите, пожалуйста. Отлично, отлично, ребятушки. Ну что, начинаем наказывать всех потихонечку. Кто следующий? Слушайте, я сейчас накажу. Блин, секрет. Ого. Тебе придется пожертвовать собой. Ты должен пойти к Диме, а я одновременно... Блин. Дима, а я одновременно умру с тобой. Ой, красная граната дамажит. Там у меня жизни много. Ого, вы тут набросали! Меня взорвет. Мы тут взрываемся! Так они пищат в ушах, все. Да нифига себе вы накидали. А как мне пройти к вам? Вот как? По вентиляции. О, я могу прыгать. Смотрите, я с прыжком не могу ходить. Ой-ой-ой, жопа подорвейшн. Жопа подорвейшн, убегейшн. Я попрыгал. Дима, ты забрал у нас маску, мы заберем у тебя аниматроников. Блин, прикольно, он прыгает. Ну что, ты забыл, что у нас такие аниматроники есть? Давайте наш офис этот как-то приубираем, а то у нас тут все горит. Destructuration, Ubigation, Domination. Смотрите, чекаем Димаса, ждем, когда он придет, и сразу открываем огонь на счет 3. Иди сюда, анскилл. Да вы задрались в гранаты! Блин, я вас засуну в одно место, эти гранаты. О, пошло. Не сможешь. А как же я туда попаду? Я ж не попаду, только через красные гранаты эти. Я украсил нашу. Ой-ой-ой, все горит. Туда плюшево, все горит. А, как же пробиться через... Дима, нет, не могу. А как пройти? Дима, тебе бы... Сейчас, Дебор, сейчас, у тебя динамит, отойди от меня. Да ну как, я заглючил этих красных гранаток вонючих. Ну и что ну делать? Все, Дима, ну, сегодня как? Серия охранники пугают аниматроников. Нет, 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 я не сдался. Издеваются над аниматрониками. Это точно, что издеваются. Просят аниматроников. Слышите? Мне показалось, кто-то вентиляцию на всякий случай. Знаете, можно, знаете, можно как сделать? О, есть аниматроник должен, который вроде громко кричит. Да Драгон, ты заклебал! Мы все испугаемся, если он Драгон, хоть хватит нас убивать, что мы тебе сделали? У меня уже компьютер лагает! Вот это тут все горит! Я пробиваюсь. Да ё-моё, ну дайте мне пройти! Я пошел в бункер. Пригвоздили, 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 ну зараза, а! Дима, ты теперь картина, радуйся. Это точно. Ты стоишь миллионы долларов. Да что делать, я не могу вырвать. Да что за вакханалия творится? Дима, разбокли. А я, блин, не могу ничего сделать. Сегодня серия охранники дудосят аниматроников. Это точно. Сегодня серия аниматроники. Я разозлился очень сильно. Серия, давайте, все в кибитку уходите. А я не могу. Дима, а если я поставлю гигантскую пушку? Она тебя не спасет, я тебя замочу и так. Давай ты проверим. Ах ты! Я фонарик включу. Да я тогда вы задрали опять три гвоздили, а? Вы зараза, а ну что поделать? Ну ничего не могу сделать. Ничего. Давайте я его побыстрее. Ну вы смотрите, ну ты точно вы издеваетесь надо мной. Я же хотел вас попугать. Ну что не делать?
Ну, господи, мне кажется, одного аниматроника не достаточно. Убили! Сейчас будет аниматроник босс. А вы задрали. Дима, мне кажется, одного аниматроника мало. Хватит, хватит. Ты издеваешься? Драгон, драгона напердел. У тебя атомный пердеж, драгон. Мы должны аниматроника убивать. Смотрите, Дима, дай нам фору 2 минуты. Да я не могу даже пройти через ваши гранаты красные. Вы меня сразу убиваете. Unskill pom. Это бред какой-то, как пройти? Я позвал кентафурика. А сейчас подождем, дым сойдет. Да не бросайте бомбы! Алло! Кто это у нас? Это я тебя там еще сейчас. Ждем Димаса! А я ж посмотрю, где вы там. Да ладно, ну что за бред? Да как вы меня убили? Оп. Хорошо. Блин, мне эти гвозди теперь в башке торчат. Нас убивать! Нас убивать свои же! Васаби, я не знал, что это. Главное, чтобы Дима тоже умер. Слышите? А то, что мы там, мы тут... Ой, это... Какой-то Фредберг. Что за вторая мировая, алё? Так, давайте... Давайте его пулемета. Дима, я готов! Да вы что наделали? Ну как пройти? Я же не могу даже зайти к охранникам. Короче, охранникам дали оружие. Видите, что будет, когда охранникам есть оружие? Что они делают с аниматрониками? Они просто их уничтожают. Отойди, пингвинус, отойди! У тебя есть 2 секунды, чтобы отойти и не умереть. О, я сейчас знаю, что я сделаю. Вы тоже сейчас умрете. Мы не охранники, а вандалы какие-то. Мы не охранники, мы какие-то лейтенанты. Да вы убийцы. У нас тут пулеметы везде стоят. О, я знаю, сейчас все ждать. Так, сейчас, ребяточки. У меня есть идея. Серии закончились. Как вы поставили? Они не стали. Они решили нанять армию. Это точно. Мне кажется, это уже FNAF 3 какой. Они не ходят по карте. Я хотел заспамнить свои NPC, это чтобы они помогали мне вочить вас. Я сейчас тебя отомщу, зебра. Да дурак! Это хватит, пингвинус! Все, ладно, бомбы взорвали. Закончились, короче. Сейчас будем... Так, сейчас мы выглянем из-за угла. Да какие танки? Ой, давай, выглядывай. Моя, сейчас тебя... Как... снайперской винтовки. Отлично! А, ты... а он где? Отлично! Ты перешел мне дорогу, ты убил моего друга. Как мне попасть в эту чертову вашу местность, если там просто вы сделали нереальную блокаду? Ой-ой-ой, как жахнуло! А чем вы стрельнули? Там а это... Ну я говорю, что это было? Часы не врубай! Нет, я обошел вас. По вентиляции. Я бросил ему там приманку, надеюсь, он... Да драгон, не перди, задрал. Они там вообще что-то делают нереально. Ты своих убиваешь, драгон. Так, драгон, ты выполняешь часть моей миссии. Вы что, не знали, это предатель среди вас? Это помощник. Мы убиваем его. Дарк драгон, это прихвостень Димы. Блин, кто меня пригвоздил? Вы что? Повторяю, драгон предатель. Повторяю, драгон. Отлично. Сос. Драгон, хватит срать своими минами. Мы Диму не видим из-за этого, когда по нему стреляют. Блин, я когда прыгаю... Знаете, где я сейчас нахожусь? Ну? В вашей коптерке. Я закрылся. Я так и знал. Идите проверьте, мне кажется, он врет. Подождите, ребят. Да ну задрали, ну чем вы меня убили? Ну чем? Это армейский пистолет, что ли? Вот так, значит, хорошо. А Дима, выйди, может, бомба! Ему можно ждать сюрприз. О, я сейчас возьму аниматроника, который будет мочить всех на расстоянии. Сейчас я иду к вам. Это фу ППР, берем. Готовьтесь к войне! Я иду. Эндоскелет, выдвигайся. Покажи, эндоскелет, на что ты способен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего страшного. Нас это не остановит. Это ты с пушки стреляешь по животу мне? Ах ты красногранатчик вонючий, а? Это драгон. Васаби, как ты потом драгон? Васаби, я вас сейчас буду целить. Я не могу, я прошел. Отлично. Знаешь, драгон. Я испугался.
Отлично. Что взрывает, хватит. Это уже не аниматроники пугают охранников. Это реально какое-то мясо. Вакханалия. Это уже похоже. Это точно что. Мы уже на войну в пиццерии. Битва за пиццерию. О, вы накидали гранат, а я сейчас буду ставить бомбу здесь мощную. Посмотрим, сможете вы ее защитить. В течение минуты я взрываю мощную бомбу, если вы ее не сможете. Если вы меня не убиваете. Если убиваете, бомба не взрывается. Прячем ее в коптерку и закрываем коптерку. А бомбу я поставил. Вылетела на рабочий стол. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Нам всем отличного настроения, посмотрите мои ролики еще.